выхожу я. Театр начинается с вешалки, а цирк – с обеспечения мер безопасности. Соблюдение социальной дистанции, использование увлажнителей воздуха и контроль за масочным режимом – это условия, которые открывают двери самарского цирка для истосковавшейся по представлениям публики. Вниманию зрителей представлено грандиозное шоу «Королевский цирк» Гии Эрадзе. Пропуск в мир роскоши, красоты и грации. Праздник, спектакль. Безусловно, колоссальное количество животных. И львы, и лошади, и пеликаны, и попугаи, и символ этого года – бык, белый бык, а у нас будут яки. Мы очень стараемся, очень соскучились по зрителю, поэтому цирк зажигает свои огни. Премьера новогоднего шоу состоится 2 января. В Самаре цирковая труппа Гии Эрадзе пробудет до середины февраля. Успейте разбавить серые будни яркими и незабываемыми впечатлениями. Мария Левина, Василий Колдашов, «События».